Так, вы на канале 7КТ, аэрируем большой пруд, бурим здесь лунки. Вот так это выглядит. Такую процедуру уже провожу не первый раз. Идеально проводить ее, конечно, перед плюсовой температурой, чтобы лунки не замерзали. Вот, бурим большое количество лунок и оставляем. Ну, еще буром заталкиваем туда кислород. Вот так. Главное, чтобы газы вышли, и все должно быть хорошо. Вот такая красота. До новых встреч!